Rainbow English учебник, 6 класс, первая часть, Unit 3, Step 5, упражнение номер 10. Запишите, что это такое. Итак, на первой картинке мы видим ведьму. Ведьму по-английски – a witch. Номер 2, так, секунду, вот так лучше. Номер 2 – это фонарик. Так, мы его видели в теме про Хэллоуин. Это a lantern. Номер 3. Перед нами подарок, ну вот именно на так, Новый год. Ну хотя с этими растениями это и на Рождество дарят в католических странах, да. Но мы давайте просто скажем, что это новогодний именно подарок. New Year Gift. Тем более у вас, насколько я помню, тема была, текст только про Новый год, про Рождество вроде не было. Номер 4 мы видим привидение, призрак. A ghost. Ой, стоп. A New Year Gift. Ладно, уже с артиклями можно, конечно, я думаю, без артиклей. Ну, тогда все без артиклей. Номер 5 у нас ягненок. Один из символов Пасхи. A lamb. B не читайте. A lamb. Номер 6 у нас тыква. A pumpkin. Кстати, букву P вот здесь вы тоже не читаете. A pumpkin. Тыква.